Крысиное кладбище обнаружили на одном из продуктовых рынков Челябинска. Мертвых грызунов продавцы сгребали лопатами. За таким занятием их застали местные жители и сняли видео. Они уже давно жаловались на полную антисанитарию в киосках. Вот эти кадры. Мужчина возле киоска, где продают шашлыки, собирает мертвых вредителей лопатой для снега и выбрасывает в урну. Просит прекратить съемку и уверяет, крыс кто-то подкинул. Об этом рынке мы уже рассказывали. Он находится в металлургическом районе, на улице 50 лет в ЛКСМ. Местные жители требуют снести ларьки. Они стоят незаконно. И есть даже документ из мэрии, который это подтверждает. Люди рассказывают, во дворе антисанитария, жуткие запахи и мусор, а сигареты продают прямо у детей. Площадки. Горожане обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Он отправил запросы в прокуратуру, полицию и МЧС с просьбой проверить нелегальную торговую точку. Несмотря ни на какие заключения администрации города, почему-то администрация района не торопится демонтировать этот рынок. Но у людей есть своя версия, у жителей этого микрорайона, что, судя по всему, кто-то в администрации просто симпатизирует этому рынку. Вот. Но это уже, покажут проверочные мероприятия, кто там чему симпатизирует. Я рассчитываю, что до конца августа нам удастся все-таки это демонтировать. Сегодня с внеплановой проверкой на рынке работает Роспотребнадзор. Однако итоги проверки там озвучить пока не готовы.